Всем здорово, ребят. Ну что, пробуем сегодня с вами пройти Одинокое море, Луна Люси. Эта локация пока что нам первый раз не далась из-за того, что дохнула тыковка. Я покажу сейчас вам героев, какие у меня сборки, кого я буду брать. Вот такой вот стрелок. Пиромах. Ну, с архидемона Фрейка тоже собрано. На максималку это основные такие дамагеры будут. Плюс будет Огник. Только не этот, а вот этот. С отхилом. Также будет тыковка. Тыковку я первую попытку мы попробовали исцеление плюс ожива. Я поставлю исцеление. Плюс и со спанчбоксом. И зефирка тоже собран у меня здесь. Вот так вот. Поехали. Сейчас скажу, пусть приглас кинут. Invite. Времени у нас в попытках было очень много. Я вам покажу, вставлю видосик отдельно. Будет видос первых попыток, какие были неудачные. То есть я вам сделаю вырезочку. Времени у нас реально очень много, но почему-то в центре сливалась тыква. Точнее, после центра, скорее всего, видимо, она первая, как обычно, бежит вперед. И в итоге она на бомбочках просто сливается. Поэтому я решил попробовать вариант SO и DAP. Если он уже не зайдет, то я попробую еще один вариант с отхилом. То есть я по чарке пока ничего не менял. Сейчас покажу вам тыкву. Пока нету инвайта. Вот такая вот тыква. Но у нас будет вариант еще один поменять после этого. Вот такие вот у нас пачки. Дерево, ведьмочки. Для дополнительного урона. Вот с зефиром. И вот такая вот. У меня тоже пачка с зефиром. То есть пачки, скажем так, мы уже второго зефира взяли. Две тыковки, одна с оживой будет. Вторая такая. Так, ну что там? Что-то пошло не так. Мы вчера бегали с одним моим зефиром, только одного брали. Конечно, если брать без донатов, потому что эта акция, точнее не акция, это локация, интересно именно без донатом, потому что здесь падают девятые эмблемы. Ну и, конечно же, на русском сервере меньше огников, здесь огник не проблема, а на английском, точнее на русском проблема. Сейчас, секунду, ребят, сори, отвлекаюсь. Не люблю вырезки делать, что-то не могут собраться. Я вам вырежу отдельно, вставлю в конце видоса. Попытки наши первые. Если мы, конечно, эти удачно затащим, если эти неудачно затащим, то я буду делать до победного оптимальный состав, чтобы вам показать. Хотят с четырех сторон. У нас англичанин. Что-то никак не могут разобраться.
Наконец-то. Наконец-то разобрались, видите, плохо на английском сервере. Англичане, многим проблемно с ними списаться, объяснить, кто куда. В общем, поехали. Я не буду вам ускорять. Изначально, чтобы многие видели, что здесь делается. Но в таком вот у нас составе одно дерево есть только для реса. Как видите, прорывы у нас двое, я еще один донат у нас тоже с 30-ми, там 27-е, 30-е, и два без доната. То есть такой вариант. По времени, вот первого мы убиваем фактически за 40 секунд, это стабильное нормальное время для первой пачки, скажем так. Потом в центр они все бегут. Я надеюсь, у нас в этот раз обойдется без сливов. Питомцев на отхил я взял. В предыдущий раз я брал на дамаг пэтов, чтобы побольше дамагеров было. Но скажу так, это несущественно. Главное, чтобы у вас были чары пиромаги по максимуму. Потом были расколы и были таланты смотрителей. Тогда у вас будет время, можете ставить питомцев на отхил, то есть наверняка. Можно поставить в тиму одного варжея, как вариант. Вот сейчас вот на этом моменте у нас всегда тыковки сливались, когда они начинают перебегать, тыковка бежит почему-то вперед. Вот видите, по центру сейчас дамажим. Сейчас еще одного демона по центру надо убить. Но как видите, вроде тьфу-тьфу, пока удачно, еще не бежим дальше. У нас ведьмы практически в каждой пачке вчера были. Я вам покажу вчерашний видос. Это очень долго бьют его. Вот наконец-то. Вот видите, тыковки и стрелки начинают проседать. Вот именно в этот момент меня спасает СО. Потому что без СО она сливалась. То есть такой вариант ставить исцеление плюс СО. И ваши тыквы будут жить. Хотя бы две тыквы у вас должно быть как минимум. Вот осталось 44 секунды. То есть мы в такой сборке можно еще даже некоторых героев поубирать. Попробовать там без зефира. В принципе, получается 30 секунд запаса есть. Но это еще не точно. Еще остался один демон. Даже не 30, 20. 20 секунд запаса есть. Вот так вот. Вот первая наша награда. Девятая рунки. И дальше давайте два сундучка возьмем. Отлично. Поехали, второй заходик. А зефиров можно заменить огниками, как вариант, у кого есть. Поставить сюда еще одного ледяху больше не надо, потому что ледяха получается немножко не такой дамажный, как остальные. Поэтому видите, у ребят лагивает. Ну, это оптимизация наша. Первый удачный заход у нас есть. Неудачный я вам покажу в конце. То есть я там показывал тоже составы, какие будут, я вам вырежу. Сейчас мы еще один заходик сбегаем. Я надеюсь. Вот единственное, у нас в первом заходе были проблемы с тыквами. Там было меньше, там вообще, ребята, ну просто с огниками. Огник — это уже нормальное явление, не знаю, кто там будет писать в комментах, вот это донатный состав, но огник — это не настолько мега донат на сегодня, как зефир, например, там. Это не есть проблема, огника в принципе как вариант можно заменить. То есть самое основное, самая большая проблема здесь — это тыковка. По варианту можете просто пожертвовать кто-то один, ими поставить тыкву такую, поставить здесь либо новую чарку, последнюю, вот эту с увеличением, но обязательно СО плюс исцеление, поставить эту чарку либо вот эту.
Но вот это будет поинтереснее, потому что она будет быстро себя восстанавливать, но все равно она будет бежать. Лучше все-таки, мне кажется, Holy Conviction. Типа просто бомбочки процентуально сносят. То есть в этом вся проблема. Так, ну что, вот и есть, наконец-то. Поехали. Второй наш заходик, ребят. Немножко я вам обрежу. Точнее, обрезал видос на второй заход, потому что очень много времени собирались на второй заход. Ничего не поменялось. Пробуем попытка номер два. Ух ты, на X4 подвисает жестко. Ну ладно, сейчас я вам немножко ускорение дам. Неохота самое интересное все пропустить. Надо на минимальную графику ставить, когда не будет подвисать. Смотрю, ребят, некоторые герои уже дохли. Посмотрим, повлияет ли это на результат. Немножко растянулось, как видите. Ну, так обычно бывает. Так, возьмем X2. Мне кажется, мы не успеваем. Видите, вот когда переходы эти идут. А, не, вроде успеваем. Переключились. Ой, опять X4 нажал. Вот, именно на переходы, как видите, надо. Да, что-то подохли у ребят герои. Но, в принципе, у нас должен быть один 20 секунд. То есть, это стабильный фарм, ребят. Это стабильный результат. Вот так вот. Давайте двойные награды возьмем. Заберу награды сейчас. Посмотрим, что нам выпало. Так, это Си. Это Рифт. Вот у меня есть раритетный один даже. С этих нам падает просто. Вот так вот. Вот так вот. Как видите, очень сложно получить отсюда 9. И давайте рифтовые я уже потом добью. И открою. В общем, вот так вот. Пишите комменты, посмотрите обязательно после этого неудачные заходы, посмотрите составы там, возможно, вам это поможет. Всем удачи, всем пока. Всем здорово, ребят. Ну что, мы сегодня попробуем с вами зафармить Lonely Sea, Одинокое море и Рифт. Сейчас я соберу состав, ребята собрались уже, сейчас я тоже свой соберу, попробуем зафармить максимум 4 из 4. Так, берем сюда вот такого вот огника. Так, давайте на него поставим панчи бокса. Так, панчбокс есть. Также берем сюда тыковку. С оживой ставим, потому что она больше всех дохнет. Кинем сюда, наверное, даже не ангела. Рудольфика лучше, чтобы сразу несколько хилило. Так, есть. Раз, два. Также берем сюда Зефира, так как он нормально дамага. Ребята некоторые уже писали, проходили без Зефира. Тоже можно такие составы делать. Возможно, попозже сделаю вам
И такой видосик. Так, берем сюда раскол. Сейчас я здесь поменяю. На талантик смотрителя. Так долго мы будем так мучиться. Мы делаем максимум дамага. То есть по максимуму. А, такс. Сюда мы поставим. Так, есть. Берем Фрейку. Тоже с талантом смотрителя и раскол для максималки. На Фрейку мы кинем Чикабума. И так, у меня на Фрейе надо поставить тоже пиромага. Ну, тут, в принципе, без разницы, кого ставить. Есть. Чем у меня там зефир? Зефира трогать. Или все-таки трону? Какая разница? Надо максимальный результат выжать. А вы выжимаете максимальное количество лукасиков, ребятушки. Так, что-то я опять подзакрип. Очень много говорю. Такс. Есть. И стрелка берем. Стрелок. Ну, хотя лучше сюда ставить таких атакующих питомцев. Окей, есть, поехали. Убираем это все. Так, тыковку прячем чем подальше. Так, огник есть. Есть. Зефир и стрелок. Таланта смотрителя у меня нет. Ничего самого. Ничего страшного. Так. Поехали. Посмотрим сейчас. У меня за плюхи еще завалялись. Надо немножко, наверное, передвинуть.
в ожидании приглашения. В принципе, сейчас вот девятое выживание, ой, девятое живо на тыковке, я даже думаю, возможно, и не надо в некоторые пачки брать то же самое дерево, можно его кем-то заменить, так как большинство героев поставить на отхил кого-то, плюс оживы поставить тем, кто будет дохнуть быстро, и как вариант, должно нормально все быть, там две оживы идет. Блин, я всю пачку поменял, ладно. Давайте посмотрим на составы. Ведьма, стрелок, Фрея для дамага, огник. Так, кто куда? Определитесь. Так, тут у нас ведьма, тыква, стрелок, огник, Фрея. Дерево, укротитель. Тут максимальная пачка. Вот такие вот пачки. Ну, поехали, попробуем. Попробуем шанс слива. Так, смотрим, что у нас получается. Я не буду ускорять пока. А, вот у нас есть разгон. У меня никто не сдох. Вот тыковка немножко подвисла. Отхилилась. Ну, тыква за счет исцеления. Ух ты, как подвисает жестко. Ладно, не будем спешить. Что мы имеем в итоге? Стрелок, Фрея, максимальный ДПС, плюс ведьма. Плюс мы взяли укротителя для убийства. Огники. Ну, без огников вы никуда не денетесь. Скоро их и будут без доната иметь. Плюс зефир, который тоже дамажит очень круто и много. Итог, минута, мы уже убили 2/3. В принципе, довольно-таки неплохо. Можно немножко ускорение дать. С оптимизацией у нас не все хорошо. Так, 1.25, половина. И вот пошла, ребята, после половины пошла жара. 4 включил. Так, ой-ой-ой, тыква сдохла. Ну, тыква сдохла, она один раз сдохла, он переагрится. Так, минута, и у нас осталось, как видите. Ой-ой-ой-ой-ой, тыковку. Как это он слил тыковку? Обидно. И все, пропал. Пропал весь, у нас надо больше отхил оставить. Пропало все ускорение, тыковки посливались. Вот так вот. Ну, в принципе, я вот, видите, без тыквы чуть-чуть не хватило. Тыквы сдохли. Надо все-таки на тыкву, наверное, ставить питомцев на отхил. Потому что это реально фигня. Так, кто куда? Пробуем такой вариант. Я буду отсюда стоять. Так, ну, поехали. Пошло ускорение. Смотрим по времени. Питомцы у нас уже стоят на отхил. В принципе, вопросов по отхилу не должно быть, потому что повыставляли пэтов на отхил, и
демоны не должны убивать теперь тыкало так быстро. Вопрос в другом. Вопрос в том, как мы будем успевать, если мы за 40 секунд, где-то приблизительно, да, где-то 40 секунд, получается, убиваем одного. Сейчас посмотрим, что будет дальше. Так, можно немножко дать ускорение, чтобы не подвисало опять. Так, еще одного убили, отлично. По центру. В принципе, пока идем нормально. Подвисает, конечно, жестко. Но ничего не сделаешь. Вот, разобрали мы центр. И, блин, опять иковки сдохли. Да, блин, что за фигня? Не надо на тыкву, скорее всего, оживу. Ну, тыквы опять сдохли и без вариантов.